Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска, и чё-то я решил вернуть старую добрую рубрику, где мы все вместе будем оценивать ассеты зарубежного ютубера. А начнем с Джунина, и там, в принципе, посмотрим его видосики, он очень много всего выпустил. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, поехали! А перед началом этого видоса рекомендую тебе максимально полезную ее группу ВК Rusher Free Fire, группа по оттяжкам. Если что, ссылка будет в описании. В этой группе ты можешь найти крутые аватарки для ВК, Ютуба, ТикТока, а также же можешь получить абсолютно бесплатно настройки на твой телефон. Все, что нужно, это подписаться на группу и написать в сообщение команды, да? Написали, и вот у тебя настройки, советы для игры, бесплатные настройки и всего много интересного. Ссылка на группу в описании под видео. Ну и смотрите, вот эти два набора, они выходили довольно-таки давно. Я хочу посмотреть именно какие сеты он собрал с пропуском и вот с тайным магазином нам бы-то. Ну и как бы, чтобы было в какой-то степени разнообразие, ролик создан не для того, чтобы обсирать все чужие сеты. Ну, в какой-то степени невозможно, но в целом, чтобы вы посмотрели, как... Какие сеты собираю я и какие сеты собирают на других регионах и вообще другие ютуберы. Так, в принципе, давайте посмотрим. А музыку выключили, смотрим. Не прочитали. Милхорес комбинакоэс пасе де элит. Перевожу, собираем им сеты с новым элитным пропуском. Вот такой у нас наборчик, в принципе, топовый. Уже нормальный сет, только стоп. Лично я бы сюда обул белые кросы, ну потому что как я, как по мне, они вот ангелы сюда максимально не подходят. Но это лично мое мнение, сет неплохой. Синие штаны, лично я не понимаю, нахрена они здесь все нужны. Назад. Джазовые штаны я бы сюда одел и божественно. Кстати, что это за прическа? Возможно, этот набор скоро добавят и к нам. Вот такой сетик, что-то похожее. Кстати, я у себя показывал, только я, по-моему, обувал беговые кросы за 150, они вроде дебалмазов или 300, я уже не помню. Неплохой сетик. Тоже топово, тоже ништяк. Тут только очки у нас идут с пропуска, а все остальное уже в принципе что и было. Опять же, я бы сюда обул белые якеды, но и так в целом сетик неплохой, а мне нравится. Далее, что у нас с бородой? Вот это тоже ништяк, вот это мне тоже нравится. Что я могу сказать? Джунин меня удивил, потому что раньше были для прямо сеты фул. И изначально прямо вываливал говна, вываливал. И только один на два сета были норм. Сейчас же, пока что, мне все сеты его нравятся. Только я бы чуть-чуть их доработал. Там изменил, там или кроссы, или штаны. А так, в целом, сеты во мне все нравятся. Поэтому вы на меня не гоните, что... Вот я не понимаю людей, которые играют вот так, потому что как бы тут, если бы вот эта шняга уходила вниз в кроссы, было бы прикольно, но вот эти лодыжки, и как по мне, сюда нужны темные кроссы, ну и желательно какие-нибудь высокие. Мне вот это не нравится. Кроссы и топово. А так все в целом сверху все неплохо, все ништяк. Опять же, просто очки. Ну, как я и говорил, и как все вы знаете, когда в пропуске мы видим там очки, маску, то это все вы одеваете просто в обычные сеты, типа вот такого, и все, и нормально. Далее смотрим. О! Босоногий. Ну, как вы знаете, штаны исландца не оцениваем. Вот сюда бы кросс ангела было бы топово, честно вам скажу. Служу России.
кепочку одели, куда же без кепы, без кепочки, ля. Вот просто на кой ля тут кепка, я не понимаю. Ну, а так-то вот в целом неплохо, черные штаны, белые я прическа, но такое он уже показывал, поэтому он придумывает что-то новенькое. Тут к нему вопросов в принципе нету. Белые кроссы, кросс ангела, во, великолепно. О, кстати, неплохо. Мне нравится, интересно смотрится. Ну, это их чистый фастерплеер. Так они играют, шляпы не хватает. Сюда шляпы не хватает. Прям одела была бы шляпу, был бы типичный фастерплеер. Сюда, вот я похожий сетик собирал. Просто джазовые эти штаны и муа, великолепно. А так, ну, такое себе... Ля какой, ты смотри, перехвалил Ладжунина, но это арабы, они играют штаны исландцы, вы тоже играете штаны исландцы, поэтому это я уже не обсираю, а просто смотрю, не любуюсь и оцениваю, и не оцениваю. Вот это прикольно, кстати, даже шляпа в какой-то степени тут смотрится, честно вам скажу, вот этот сет мне понравился. Далее, о! Шляпу одел, хорош, фастерплеер, так. Вот это тоже интересный, но кепка, она обычная, простая. Причесываю сечку бы какую-нибудь интересную. Шлем пантеры, голый торс, голые ноги и штанишки огромные. Ну, честно вам скажу, такое себе, мне не нравится, я бы так не играл. Опять же, Ачечи, вот Джонни, ну респект за то, что он одевает, собирает сеты с очками, потому что вот это, в принципе, неплохо, нормально. Это тоже, в принципе, неплохо, но босоногий. Это что, панамка? Панамка, кстати, прикольно смотрится, как бы я чутка доработал этот сет. Возможно, даже оставил бы эти штаны, а было бы белые якеды. Или белые якеды и джазовые штаны. Было бы неплохо. Это, возможно, последний сетик, да. В принципе, я вам скажу, сеты неплохие. И также, да, давайте посмотрим сетики с новым тайным магазином. Потому что я на девушку не собирал. Возможно, у него тоже мужские сеты. Сейчас посмотрим. Тут топовые штаны, ляка, вот балдежные. Вот я еще этот видос не смотрел, но предугадаю. Будут сеты с фуражкой отдельные и, возможно, будут сеты с обувью, но это не точно, это не точно. Фу, мне не нравится, конкретно прям не нравится. Это тоже. Ну, я не знаю, кто вот в этом будет играть. Вот это, кстати, неплохо. Вот это ништяк. Я, походу, что-то похожее собирал. Вот это мне нравится. Вот это, во, ништяк. 10 из 10. Херня. Мне не нравится. Ну, я понимаю, что этот торс такой, под который... Вот просто, да, у тебя красивый плащ. Огненный, черно-оранжевый, синий, сука, штаны. Не понимаю. Фастерплеер. Фастерплеер. Понимаю. Я без слов, пока просто посидим, посмотрим. Вы, может быть, кто-то кайфанет, а я пока сижу в тихом ужасе, потому что я понимаю, что пуховые штаны конкретно не подходят под этот торс. И штаны ангела тоже. О, я говорил, с этой с фуражкой я говорил, будут, я говорил. Это прямо командир такой, ля, какой. Я не помню на кого. Кого-то он мне напоминает. Если я вспомню, то я вставлю это в видос. Если не вставил, то не вспомнил. Ну как по мне, такое себе. Вот был отдельный неплохой сетик. Вот это, кстати, тоже неплохой. Только сюда бы либо белые кеды, либо джазовые кроссы, либо кроссы с инкубатора за три чертежа. С инкубатора, которые кроссы максимально похожие на джазовые. Где еще прическа такая бело-красная. Вот это неплохо. Заговнил сет штанами ангела, который сюда вообще не подходит. Джазовые штаны или штаны опять же с этого набора. Великолепно было бы. Так, о! Красота!
Красота. Вот это красиво. Это тоже неплохо, но шляпа, даже это не шляпа, это какая-то херня, которая херня. Об этом мы уже смотрели. Вот это топ. Вот это топ, в этом мне нравится. Далее. О, кстати, до меня не дошло собрать торс и шляпу. Вот это топово. Я бы сюда добавил джазовые штаны, даже не джазовые, штаны с этого же набора и кроссы белые. Было бы неплохо. У него маска марионетки. Я бы какую-нибудь другую маску сюда одел. Было бы неплохо. Слушайте, вот этот сет мне прям понравился. Прям ништяк. Респект. Не сет. Сочетание торса и шляпы. Вот, это важно. Не сет. Потому что сет в целом дичь. Так же, как и вот этот. Тут еще маска Айда просвечивается через панамку. Прям, фу. Кстати, тоже неплохо, но штаны исландцы, фу. Топово, неплохо. Только оранжевые кроссы я бы сюда одел. И было бы ништяк. Тоже неплохо. Джазовые кроссы и великолепно. Вот я не понимаю, почему они одевают под такие красивые торсы обычные пуховые штаны. В игре дохренища штанов, которые смотрятся лучше, чем пуховые. Даже же там с инкубаторов за три чертежа, которые черно-красные, черно-оранжевые, они смотрятся лучше. А на кой ляд они одевают сюда эти пуховые штаны? Я не понимаю конкретно. Опять же... Ой, да. Ну, шляпа, которая вообще сюда не подходит. Faster Player! Faster Player. SNS. Ой, долго он еще будет меня мучить такими сетами. Вот это, в принципе, неплохо. Уже лучше, чем предыдущие. Опять же, у него все сеты, это вот этот торс, пуховые штаны, и меняет, или и меняет кроссы, сланцы, маску и прическу. Все, практически все сеты у него, этот торс, эти штаны. Хрен пойми, серьезно. Все. Все. Оф. В общем, дорогие друзья, если вы покажете хороший актив под этим видосом, то мы посмотрим еще какие-нибудь его сетики. Например, там вот эти. В принципе, все зависит только от вас. Вы показываете хороший актив на канале, именно под этим видосом. А я продолжаю снимать эту рубрику. Всем спасибо, всем пока, и да пребудет с вами скилл.